Адвокат певицы считает, что ее экс-возлюбленный специально затягивает процесс. Развод Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова откладывается. На этот раз планы нарушило обращение Иванова. Он рассказал суду, что адвокат певицы недавно вернулся из Италии, а значит, должен провести 2 недели на карантине. После этой информации заседание было решено перенести. Лолита, которая надеялась наконец стать свободной женщиной, поддержала своего юриста Сергея Жорина в Инстаграм. Сам адвокат назвал действия тренера проделками Альфонса. Он считает, что Иванов пожаловался на него. «Донос нарушил все планы. Я не стукач, но сообщить обязан», – подумал Дмитрий Иванов и подал заявление в судебную канцелярию, – написал Жорин в социальных сетях. Чуть позже в разговоре с журналистами он высказал свою точку зрения. Юрист считает, что Иванов специально затягивает бракоразводный процесс. Если развод случится, то он лишится израильского паспорта. Его он получил, как только женился на артистке. Если суд, как и хочет певица и ее юрист, признает брак фиктивным, то бывший супруг перестанет быть гражданином Израиля. Он сообщил суду, что я недавно вернулся из Италии, которая сейчас объята коронавирусом, и поэтому должен выдержать 2-недельный карантин. Иванов сознательно затягивает процесс, чтобы и дальше зарабатывать на этой громкой теме и популярности своей жены, цитирует его слова «Комсомольская правда».